Пожалуй, самая красочная часть новой экспозиции – портретная вышивка Григория Откнина. Для России чрезвычайно редкий жанр. На картинах словно оживают Сталин, Ленин, Крупская и другие личности, определившие историю России в прошлом веке. Полотна, выполненные в технологии восточных вышивательниц, мало отличимы от фотопортретов. Вышивать хакасский мастер начал еще с детских лет. Рисовать портреты из шелковых нитей научился в Москве, будучи студентом. Там художник особенно увлекся японским стилем. В этой стране портретная вышивка популярна до сих пор. Есть целые институты, где обучают тонкому во всех смыслах искусству. Когда люди занимаются художественной вышивкой, до 1500 оттенков может присутствовать даже в небольшой работе. И работа эта достаточно трудоемкая. То есть она выполняется от 3 месяцев и до 8 лет. Впервые в одном месте и в одно и то же время выставка посвящена сразу нескольким деятелям науки и искусства Хакасии. Это общественный деятель Семен Майнагашев, историк и археолог Яков Сунчугашев, писатель Николай Доможаков. Все они прославили свою родину и в 2015 году отметили бы свои юбилеи. Сегодня плоды их творчества – настоящее достояние хакасского народа. Мы решили, что всех их объединяет любовь к родине, большая, важная, наверное, будет то, что они все несли в массы культуру, они были просветителями своего народа. На выставке собраны уникальные документы, фотографии, которые многие жители Хакасии могли и не видеть, ведь часть экспонатов привезена из Мартьяновского музея Минусинска. Для каждого жителя Хакасии это будет очень-очень интересно. То есть оттолкнуться от своих корней и посмотреть на рубеж, чего мы подошли через 100 лет. Выставка «Великие сыны далеких аалов» продлится до начала марта. Прикоснуться к самобытному искусству и вспомнить 20 век еще есть время. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.